Друзья, привет! Сегодня я готовлю очень вкусный соус или заправка к салатам, или этот соус можно использовать к мясу, к рыбе, к овощам. Очень вкусный соус. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этого мне понадобится одно авокадо, сердцевину я уже убрала, пучок кинзы, один перец острый халапеньо, и серединку я убрала, чтобы не был очень острый соус. И чесночок. Конечно же, понадобится йогурт, греческий йогурт, или можно взять сметану с майонезом. То уже на ваше желание. Немного я буду добавлять холодной воды. Сок лайма. И немного буду добавлять оливкового масла. В чашу блендера я отправляю авокадо. Отправляю кинзу, стебли я обрезала. Добавляю острый перец халапеньо. Чесночок. Греческий йогурт, сок лайма, холодную воду, растительное масло, сахар, соль и перец по вкусу. И все, и эту смесь нужно превратить в соус. Я добавила немного соли, довела по вкусу, соус получился очень-очень вкусный, ароматный. Такой вот он получается, очень вкусненький соус. Остается пожелать только всем приятного аппетита и всем огромное спасибо, кто был со мной. А с вами была Оля, и до новых встреч, до новых видео. Всем пока-пока! Такой соус нужно хранить в холодильнике, хранится он примерно 3-4 дня.